Чуть, подожди, они же вроде без скинов. Просто картинка к лучшему празднику. Знаешь, что Вы это о будет за чем? картинка, скорее всего? Там просто такой был прикол. Ты когда ставил себе аватарку спора, ну, чтобы флаг у тебя был, когда ты в начале игры, то когда ты заходил на свой профиль, там был фон другой. То есть там были поры, прыгающие с парашютом, там такого плана. То есть не то, что у тебя стоит, а оно менялось под аватар. Ну, это ключевой официальный арт. А Понял. данным артом вы сможете украсить свой профиль при установке любой новой тематической иконки. Ну да. Да, вот это и будет. Ну, окей. Чё? Все будут ставить это. А, точно, я ж не занялся до сих пор этим. Как? Чат. Ну ладно. Лего. Лего, которого у меня нет, я сегодня. Не топырь кровосос, но это проклятие какое-то. Можно меня уже сегодня... Меня уже тошнит от вампиров, если честно. Почему? Да Не видишь потому вампир? что меня окружают одни вампиры, я устала. Мы оборотни вообще-то. Ты О, что? мы-то. Я-то нюха точно. Танюха? С какой стати Танюха оборотень? Ну-ка, расскажи-ка. Потому что она фурия. Нет, она за вампиров топит, как не в себя. Я устал. Очень Почему не странно, топырь что... кровосос? Очень странно, что фанат фурии топит за вампиров. Нет, она любит вампиров больше. Она сказала, типа, если был бы выбор между человеком и фури, она бы выбрала фури. Но если бы там присутствовал вампир, она бы даже на фури не посмотрела. Это вот такая вот цепочка. Ну, потому что она сказала, быть конченным человеком — это самое скучное, что есть на свете. Я согласен. Кто выше вампира по ее цепочке градации? Это разные вселенные, как они могут быть? Ну, конечно, вампир, типа, чё фури может? Оно быть может пушистым. Не, я про то, что кто в ее выборе был бы лучше, чем вампир? Никого. Серьезно, ты высшая Да. ступень? Это высшая ступень эволюции для Танюхи. Капец. Так, ну ничего не выпало. А, Хорошо. ребята, мой список друзей пуст. Да? Что за фигня? Вы меня Мы удалили? тебя, да? Ну-ка, давай, удачи, Ну, что незнакомка. за фигня? У меня список друзей пуст. Вот не будешь токсичить на нас. Вы офигели? Добавьте меня. Не, ну реально, что за фигня? Ну смотри, я могу тебя позвать даже. Это баг Ну, какой-то. может, у тебя, да, баг какой-то? Тебя там не взломали? Не-не. Да, да кому мой аккаунт Overwatch слушать сдался? Если бы ее удалили из всех друзей, тогда бы я бы не смог ее добавить. У меня бы ее не было. Ну, типа, да. Ладно, я думаю, это баг какой-то. А Да-да, чё правильно там? сделал, что иконку поменял, молодец. Так, Мы а хотели уже чё? быкануть. Завтра только скин поменяется. Так. Чёрт, рано зашли. Ладно, Ну, всем мы спасибо за играем, да? стрим, мы уходим. А когда вы хотите, кстати? Секунду, дайте я настрою. Я пока не включил этот. Окей. Сам овер. У меня пока там красивая, лучшая, я считаю, картиночка. Если там Мэй, то это не считается. Там красавчик Джек. Чтобы заходил на наши стримы почаще и знал, Да, о да, чем мы да. говорим. Капец. Зачем мне смотреть стрим, когда я и так на нем? Ну, чтоб в Мне же следующий раз не не спрашивать, чем игра заканчивалась у меня. А вот не надо вот стримить, вот, а когда люди спят, вот, А не надо все. уходить спать, когда я стримлю. Та-дам! Overwatch. Ну, короче, ты не права, да. Нет, это ты не прав. Эх, как Зритель всегда, всегда без прав. них без... Чат закон. Ты чат, ты не чат. Кто ты вообще такой? Чат сильнее стримера. Все. Так ты стример, ты в стриме Я не сидишь. стример. Я не Ну стример. ты на 0.5 стример, ты как кошка. Ты сидишь, вот ты Не-не-не. прицепился к оладушку, ты типа сидишь, окей, но ты же все еще на стриме. Не, есть чат, есть стримеры, а есть на подсосе. Вот Оладушек стример, а мы на подсосе сейчас. Ну сейчас, да. Сейчас мы будем, конечно, сосать, я уверен. Мы вдвойне, мы уже на подсосе. Мы уже рот открыли, готовы. Так, ну куда? Так. Не знаю, куда хотите. Рейтинг, аркадах, что там, Красенштейна.
Весь 3 на 3. 3 на 3. Классическое быстрое или быстрое с выборами? Ой, отмен. Что вы хотите? Протингусики? Или эрк? Или просто быстрое с выбором? Или без выбора? Сложно. Что я понял вас? Можно Крестенштейна, кстати, потом пройти. Чисто там чисто дают этот. Ты не прошел? Нет, тут просто награду дают, типа. А, ты не получил награды. Ну, я не играла сам. А ты хочешь сейчас получить? Да давайте сначала быструю, чтоб это. Это рейтинг. Неважно. Ну ладно. Рейтинг так рейтинг. По сути, ничем не отличается от быстрой. Ну, для нас уже, да, я думала. Я вот именно к этому. Я сейчас вспоминаю, надо было купить все-таки ту вдову. У меня какое? Такое смешное какое лицо было. А, ты про, да, она про... Игрушку. Фигурку такую. Фигурку вдовы. А. У меня там такое смешное лицо было. Кто вообще смотрит на лицо вдовы? М? Все. Все. Нет. Не знаю, когда у фигурки, типа, сколько... 2/3 это лицо. Ну да. Там большая голова, да? Да. Да. Ну там. Понял. Ну, бро, лучше, конечно, купи полноценную фигурку, да. Не было там только Мэй и Луся. Ну, в нашем еще Ханза был. Там, возможно, тоже, потому что когда я вообще искал фигурки, они типа в перемешку. Там надо доставать, смотреть, что сзади. И большие тоже. То же самое, там большое место было, поэтому, скорее всего, за кем-то из них был Ханза. Ну, блин, Ханза бы я хотел купить, конечно. Ну, я бы хотел себе Винду Шейкера. Ей, Мэй бы хотел. Нет, правда, такие вещи никуда вообще ставить. Ну, для этого отдельный шкаф. Ну, большие... Хотя... Вообще, у меня есть... И... Они же не прям здоровые идут. Думаю, просто да. У меня есть место, куда поставить. Просто, когда ты начинаешь что-то подобное покупать, то, как правило, этим не ограничивается. И потом реально нужен отдельный шкаф для подобного. Ну, у меня есть место, я так подумал, да. Да, Владушка, комната, как мы две. Нет, даже так вот у меня... Я ж потихоньку порядок навожу. И у меня можно поставить, например, что-то слишком большое наверх полочек. Потому что у меня ж не прям до конца идут полки. И еще большая... Полка свободна. Если прям так надо, можно и другие освободить. Удивительно, мы долго игру ищем для двух хилов и танка. Типа да. Никто не хочет играть в Overwatch. Никто не хочет. Типа, если заметить не найдет, я думаю, можем тогда эту. Да подойти. Да-да. Не, но если за 6 минут не найдет, я думаю, можем пойти в ДБД, если так хотите. Ну это реально странно. Это очень странно, я считаю. Причем нигде из них билеты вроде не требовались, кроме ДПС. Гости,
отношения с Пей. Господи, бро, я надеюсь, ты не ставил это на стрим. Я вставил. Ладно. Ну, очень-очень тихо. Поэтому я даже некоторые слова не слышу. А чё такого? Хорошая же песня. Или там авторские? Скорее всего, во-первых, авторские. Во-вторых, это Киш. Ну да. Я не спорю, что Киш хорош. Но не, я не знаю, насколько он хорош, когда хочет. Да, ну ладно, ладно, уговорил, бро. Да, короче, включай попсовую детскую музыку, да. Геншин. Не знаю, я, кстати, часто встречал, у кого Киш спокойно играл. Но некоторые делают какую-то штуку специальную, хитрую. Они при помощи то ли микрофона, то ли звуковой карты на записи получается так, что стрим, ну, сам человек, а на второй записи идет, собственно, музыка. И получается, что как бы они идут параллельно, и вводы остаются со звуком. Я не понял, о чем я. Там, короче, хитрый моментик. Как, ну, просто если у тебя лицензионная музыка какая-то играет, то на твоих вводах будет звук блокироваться. Вот, и чтобы этого не было, некоторые делают параллельно запись звука, музыки и трансляции. 5, 4, 3, 2, 1. Начинается атака. Защищайте объект А. О, нет. Обнаружен противник. О, хорош. Я их подщелю, бро, забей. Они сейчас крысу убьют. Не ври, не ври. Ну, почти. Да. О, вот сейчас нас кто реально убьет. Блин, не попал. А, не попал. Молодец. Будет ульт скоро. Ты серьезно? Блин, ну, нет, какой? Блин, ну... Там банк еще был, но мне ничего не сделал. Не, я свою банку смог кинуть. Блин, не успел. Блин, кидаться. Сори, бро, я обесу. Да ничего страшного. Меня обезьяна жарит. Жареный шашлык. Не видать мне спокойной старости. Супаль, не спрыгнул. А где этот кулак? Фиг его знал. Его убили. А, вот впереди. Есть ульт? У меня 30%. Так у меня есть ульт, если что. Там солдаты пускают по кругу. Там сейчас я буду по кругу пускать. Мама, о. Я не хочу умирать. А, попал. В порядке. Я живой. Ну, еще есть, я не буду под... Ага. Ой, прям мне по лицу. Больно. А зачем? Рано, рано, зря. Когда умираешь, не рано. Я не умирал же. Ты нет, я да. А ульт меня как тебя спасет? Ну, вдруг ты станешь сильнее и сзади крыса сверху. Это так работает. Так. Погнал их. Просто солдаты взяли. Плюс это отпугивает иногда. Иногда да. Все, не могу заультить, у всех разваливается. Ну мы-то... Ну вы крутые. Хилы, мы ничего не делаем. Я, может быть, бро развалю. Спасибо. О. Нет! О. Ой. Ладно.
Походу, это заход. Да. Блин, бро. Ну, прям ты пышешься мне на лицо практически. У меня сейчас ульт будет у них, но... КЗ. Успей, не успей. Да не, не успеешь. Лучше не иди. Блин, а ри-ри-ри-ри-ри-ри первый взяли. Сзади, Артём. А, спасибо. Я не хочу сдавать здесь ульт. Черт, отстой. Поддержка прибыла. Уж я этим воспользуюсь. Рипер сверху. Рипер сверху. Они оба сверху. Дива и Рипер. Она заслипла, она ждала просто, пока я заучу. Жесть. Ох, ладно, хорошо. У всех. Блин, убили ее. Черт. О, ты все-таки пришел. Да, за свою фу. Почему именно сегодня? Вот. Бабку. Она спит. Ладно, привет. Привет. Я пару хаток с мобильного интернета. Ну хорошо, подождешь тогда одну минуту, доиграем. Напиши еще Артур, если он пойдет. Да, он 100% видел, он в сети. Ну просто он мне один раз из сети ответил, поэтому фиг с ним. Алло, ну сейчас я его написал. У меня еще остались. Он обычно сразу реагирует. Батиста такая бесконечная. Ну на секунд 20 длится. Прям очень долго. Я уснул. Я, короче, обойду и звучу. Ага. Мама, я не хочу убирать! Подойдите, бро. Где ты? Спасибо. Ух. Я скрывался от ульты. Фиг сзади, Рипер. Сзади, Рипер, там где. Но больше никто этого не видит. Нормально все. Блин, зря ульта. Да, он, оказывается, отвечает. Он... Я же говорю. Почему-то... Ух, бро, это было близко, конечно. Да, я просто от ульты Дивы спряталась. О, вот этот кринж просто отключил уведомление. Хотя да, странно, у меня тоже все заглушено. Не-не, это заглушать, мы тут много чего пишем. Но когда меня упоминают, оно все работает, естественно. Алло. Вы что? О, нет. Да, это свершилось, мы решили поиграть. О, нет. Мы выхиливаем с бро как можем. Могу выбраться из этого хомяка. А кто знает, почему мы не можем ни за кем наблюдать? О, это рейтинг. Это рейтинг. Смотреть. Блин, я умер. Ну сейчас ультанет. Надо что? А, я стримлю, но вам повезло. Я забыл, что я стрим. Блин, не. У меня черный экран на стриме. У меня черный экран в стриме. А, ну вам не повезло. У меня сейчас работает. Работает. Причем мой стрим. А, стоп, это мой стрим. Блин, на этот момент. Погодите секунду. На улицу. Ну как они так притащили, хорошо. Сверху Рипер. Кто-то залетел, не хорошо. Сзади. Испугался моего слипа. Вот сейчас заультит. Ребят, три ультимейта. Да, тут но как что... бы сложно было убежать. Все страшно. Сейчас главное нагруз должен. Я сейчас ульчу сразу. Давай, быстрее. Ого. А, угу. Ты... Я выхиливаю тебя, но не могу. Я не могу. Я хилю.
Какая же стенка великолепная. Господи, как же на тебя расстреливает, как же на тебя расстреливает. Блин, я умер, блин, я умер. У нас сзади где-то рипер. Блин, хреново. Ого, ты что ты там говоришь, бро? Я не знаю, я один в углу стоял. Так, живите, у меня есть ульта, я сейчас... У меня почти. Чёрт, почти мы накопили. Не, ну это... Ну это цель. Да, это все уже. Ну, свину бы, конечно, бы... поменять персонажа. Согласен. У тебя аддон стоит? Почему у тебя фиолетовый? Потому что в настройках можно менять. Да? Да, у ладушка синюю фиолетовую, по-моему. Не знаю, я красного убью. Мать снайперов, как весело. Угу. Это висели в атаку. Да, сейчас все будет. Не, я думаю, все-таки это... Че? С такой игрой надо все-таки киш включить. Давай. Блин. Кого перебинтовать? 5, 4, научись 3, расслабляться. 2, 1. Атака началась. Захватите объект. У нас второй ДПС был, тоже Ханзо. Ханзо. И вдова. У нас этот солдат был больше часть. А, если ты про ту игру. Куда поехал, брат? Ой, сзади, сзади, сомбронем. Можем идти. Хили, 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 хили. Так, я на точку брал. Да, да, да. О, поздно. Твою мать. Не снимай. Такой пик. Просто. Найс. Найс. Отлично. Никуда не попал. Я тоже ничего не сделал. Ух, отлично. Хотя мы с тобой горим, как будто мы тот самый полезный командир. Не, ну по сути, да, как бы. Всю нашу славу забираете. Да, это мы. Я сверху пытаюсь обходить, но меня танки видели. Скажите, когда будете выходить? А, вы еще далеко. Еще далеко. Ой-ой-ой, Сомбра все хочет как-то это. Так, нам танков жизненно не хватает. Ребята, мы... Ребята, ребята... Я там троих развел. Ну, Генс должен порубить. А мне бессмертие. Там Сомбра постоянно Сомбра пытается обойти. Ну, у нее это плохо получается. Ну да. Я каким-то образом в нее попадаю. Жить будешь. Я видела раны и посошли. Не Ханзо появился. Ну их был. Ничего, ничего. Найс, nice. Хорош. Опять она сзади где-то. Меня взломали, но там полумёртвый, ладно, я понял. Да. Сзади! Сзади! Сзади заря! Сзади заря! Да, знаю, с свином тяжело играть совместно. Тяжело. Осталось. Господи, что вы там творите?
А, не понял. Ну, я просто пока отдаю. Свинья. Я рисую. Ля-ля-ля. О. Господи, надо сесть поудобнее. Валер, как о. Так? Ну, у нее пулемет, а у меня рука, что я тебе сделаю? Несоотносимые вещи. Да куда ты? Он просил. Он просил у тебя ульту. Я знаю! Так он, я еще не добежала. Да, все равно хорошо получилось. Ой, я сделаю то же самое, что сделала та Алиса. А у меня нет шифта, черт, план провалился. Все, Алиса осталась. Да вы взяли, что ли? Хорош, вовремя. Что за фетиш брать даву на стын, причем на этой точке? Без понятия. Это же отвратно. Тебе способно резко иметь. Если он хочет взять, пусть берет. Хорошо, бери, я тебе что запрещаю. Всегда сражайся за то, во что веришь. Ты отписывай тебя частично. О, господи. Готовы, дети? Убейте рипера сверху. Да блин, что? Ребят, сзади рипер. Не можем пройти. Ладно, это было плохо. Ладно, это... Да. Ладно, подождем мультик. А, да? Там трейсер, я не успеваю ее лечить. Она быстро умирает. Хотели призади. Дива попала. Репер все еще сверху. Есть урод. У него ульт есть у Рэнхарда, да? Брат, что мы делаем? Она погнала. Ой, блин, не в того кинула, ладно. Но вы с таким пиком не пройдете, вам ДД надо. Да, вдова. Ура, вдова. Хорош, хорошо звучит. Налети. Там банка. Чика на рипере. Хрен себе. Блин, стульта до убили. Хилок убили.
Я еще не готов. Ой, я тогда ангела возьму. Я хотела Мэйру взять, но... Чушь, все меняетесь. Ну а что, надо же что-то делать. Нам Рипера сверху выкурить надо вообще. Желательно. А он ульту потратил. Пойдемте просто, и все. Ты лежишь, куда пойдем? Блин, там солдат утонул. А ты где была? Она ангел сверху. О, я просто вижу. Ну мы так 10 лет будем стоять, если мы не зарашим их. Да краш. Прикол в том, что то, что ты прыгаешь, не всегда помогает. Надо, чтобы и другие за тобой. Риппер просто в спину нас обходит. Нас сзади Райнхарта вышел убить. Ну, меня просто убивают. Я ничего не могу сделать. Тоже. Ну, мы вроде развалились. Стой. Не успеваем. Угу. Ну, походу ничья. ДНК. Да, а чё он Гензи не взял сразу? Свин, как ты хорош! О, свин, о, свин. Хорош, хорош, хорош. Лучше получается. Да? Да, да. О, как же он хорош. Свин хорош? Да. В смысле? Я сейчас троих ультану. А свин точку задержал пока. Да, в этом. Важно. Это важно. Давай. Чего? Хочешь играть? Я хочу не идти за снарботу, блин. Чего? Тоже не понял, что? Максим. А. Повтори, пожалуйста. Я хочу не идти завтра на работу. А, ну не иди, я разрешаю. Да, я тоже, можешь не идти. Тебе записку написать? Чё, флаги меняем? Да. Не, не хочу. У нас поменяны. Ага, рейтинг закрыт. Рейтинг опять закрыт. Быстро открыт. Убирайте. А, бро, знаешь, что я тебе забыл рассказать? Что? Что когда я, ну, слушала же Киши, играл в Геншин, и самая идеальная подходящая песня — это «Разбежавшись, прыгнуть со скалы». Просто эта песня, и играешь в Геншин, прыгаешь, летаешь. Я думаю, идеально. Там песня о любви. Причём, как мне однажды сказали, а... максимализме полном, блин. Короче, дебильная песня, сказали. Хорошая песня. О, песня хорошая у меня играет. Пытался подходить к одной с этой песней, короче. Разбежавшись. Со скалы? Это не лучший трек для подкатов. Ну, это был уже не подкат, конечно. Мы с ней были знакомы так лет уже... Хочешь еще много? Десятков лет. Вообще, что ли, разминку? Чё мы сидим? Сиди, наслаждайся меня. Мне всё лучше. Мир всё лучше. Я да. Удивлён. Так, завтра на работе поспать. Хочу поспать. О, глюки, Нета! Глюки! Лера, как обычно, засела, да? Да что вам надо от меня? Что за хейт? Нет, я знал, что это ты. А кто ж еще хорошо так играет на мы? Те? Нет, нет. Нет, стань. Ты как же он пытался? Блять, там еще и свин. Я упал. Я это видел. Это было смешно. Ну тебе. Да, а где все?
Нашел. Спасибо, блин, меня чуть не уронили. Кинзи, отстань. Отстаньте. Я по оладушку шел. Валера, ты там не убивай. Почему я не должен? Да, 3 секунды. Секунды, 3 секунды здесь. Все, молодец, молодец. РПС. А где у нас основной файл? Ага, ага. Пипец. Эсос там сомбра размотала. Никого она не разматывала. Да ладно. Я вас всех вижу. О, где ты, бро? Не важно, я вас всех вижу. Ой, бро, там 3 человека на тебя бегут. Беги! Это не твоя война. Пипец. Их там 4. Бегай. Мимо, мимо, а? Но-но-но. Бро, я убежал. Ой, Гинц. Вы чё, охренели? Давай, забудь её. Ладно, я обманул тебя. Капец, вы крысы, конечно. Ой, ну, двое на одного. Господи, как же меня пытались убить и всё таки. Да ё-моё! Нельзя с этого окошка выкатываться. О, ребята! Пока. Теперь на тебя перенесли. Они просто вдвоем на меня. Ой, блин, бро, это ты. Это ты, блин, бро, обрати. Бро, я сделаю так. Это просто нож в спину был. Хорош. Я, если честно, ладушка ожидал такое. Я не знал. Да-да, я просто не смотрю. Там твой ник отображался. Не, я не видела ник. Она давай, тут... ладно, хорошо. Это минус дружба. Даже так много хп. Бедную вдову со 170 бьешь. Я убью тебя, ладушек. За всю боль, что я терпел. Хорош. Валер, ты уже на точке? На какой точке? Меня все убивают, меня все хейтят, хотя я просто стоял. Бро, хочешь, буду защищать. Да ладно. А я убежал. Бро, за тобой Ген, ой, Дзен бежит. Коко, ну ты крыса, конечно. Да ты крыса, понимаешь меня? В следующий раз я тебя увижу, я тебя не пощажу. Ты будешь валяться в моих ногах. А, да. Да, так смешно. Ну что, крыса, пошел туда, да, на место? Да. Говорил. Ой, бро. Ой, бро, сори. Да ничего, ничего, мог, можешь убить, если что. Да не-не. Где сомбра? Я... О! О, кто ты там? А чё у вас двое вообще? Офигели? А, нет, а ты будь. Ура, нет, поделим мое место. Ах, чё так-то матчи долго все равно ищется, хотя нас 5. Да. Там что, одного нет? Благо. Все дело в этом. А, я знаю, почему долго, потому что у Артура был ДПС. Ладно, я применяю. Да не-не, билет не... скорее всего. Вроде у кого-то еще был ДПС, так что... Нет. Нет, не хочу. Не, ладно, так мы просрём. Что, на победу решать. Играете? Решать. Ладно, вернусь к песням из Геншина. Виктор. Торп, Мерся, Свин, Ариса. Бро, как же ты хорош. Я ничего не делаю, бро. Не успел. Тебя хилил другой. А, ну спасибо. Господи, это было хорошо.
Ой, там турель. Там турель. Да, да, там же тур. Что там еще может быть? Я думал, он не поставит. Цепор. Он буквально должен это только сделать. Блин, турель. У них фара. Там фара? Я убил им. Хуба, ребят. Спасибо. Блять, там турель, я не... Да, с турелью вообще сложно. Я не видел, я ее снесу. Все вижу. У меня торт попал прям в голову. Еще рифтер взяли. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мы как-то это... А все ушли с точки. Да, я заметил. Бэклайн защищал. И просто убили. Я убил его. Не забудьте, ага, что они довезли. Да, они сейчас тут будут спавниться. Да, ну это классно. Назад бы, назад. Да, вот его и ожидал. Господи, маленький гном меня пытается убить. Рипер, рипер, рипер. Бро. Я максимально бью. Хорош. Тима, хорош. Нет, не заходи за это. Я добить только. Хорош. Молодцы. А, все, у него. Блин. Оу, у них снайпер. Ой, я ее убила. Ладно. Она такая себе. Ну, вроде как. Ох, спасибо. Не обходят. Mm-hmm. Надо пойти похилить. Да. Сука. Я перепутался с точно сам. Вижу. Ладно, не буду выходить более. Фуфони. Ничего даже не спас. Не, ничего там не, не спас. Там опять штука. Много. О, господи. Как же плохо. Жду. Я того взяли. Ванита. Сы? Да господи. Не успел ее убить. Давай наверху. Она сзади, 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 сзади. Где она наверху, сверху, где мы обычно стоим. Нас солдат. Ой, блин, ну я случайно, блин. Почему всегда так? Прыгнула. Ладно. Не, ладно, останусь. Да, за машинкой. Как обидно промахиваться ультой. Я не спасу. Я за тобой присматриваю. Сейчас. Где вдова? Вдова была сверху. Нет, она уже в центре стоит. Блин, за нее не могу сконцентрироваться. Блин, я все почти убил. Только вышел, называется.
Я ее убил? Да, я ее убил. Ангел бы хоть раз треснул. Ну, нарез. Я резал. Нет. И сюда солдат. Блин, там щитов? Ладно, я сейчас рипера возьму. Тут уже неудобно завтра выбрать. Блин. Ладно, это же про меня. Не так жизнь била. Противники у нас на армии. А пошла эта вдова сзади с этой, с ангелом. Серьезно, не говоря, дефую. Чё, в ней стрель, я уж испугался, что у меня сзади кто-то. Ой, чё я надел-то? Макри взяли место вдовы. Какие-то работающие напережения люди, страшно. Сзади солдат обходит. Да, я его убью. Бил. Хорош. Господи, как же их там похиливает, это пипец. Чего я лопнул, Лариса? Спасибо. Блин. Ага, спиня. Леснули кого-то. Да, опять за рюм. Солдат, что ли, где-то я лечу? Да, да, там солдат. А, ну чё, блин, даже щита нету. Ой, ребят. Нет, не умирай. Блин, ну здесь полный пипец. Блин, я промахнулась слепом. Мерсона добить. Отлично, заря сзади. Отлично. Да, спасибо, ангел. Да, ангел еще хорош. Ангел хорош. Осталось одна минута. Ой, у меня щит стоит, ё-моё. О, как плохо, да. Да! Уж. Я сбил бульту мою. Ты со мной это. Хорош. Зарю. Я ушел. Нет, хорошо. Там у них у всех малых кто был, а у всех уже выхили. Ну все, просто вот это не выдержал давление. Ну практически вот так готово. Щит они не сломали. Господи, а за что? Мне дали силу. Шокирует.
хорошо, было красиво. Спасибо, ребят. Я чувствовал весь импакт хилов только на себя. Я аж растерялся, когда меня бустануло, я что-то аж прям... Ой, ну, концовка прям вообще была красивая. Просто, по-моему, все, кто мог, заультил. Ангел молодец. Видишь, это ради этого было все, бро. Спасибо вам за лучший момент. Не за что. Ладно, с вами, чтоб долго не искать. Да не, забей вообще. Не забей, мне завтра на работу. Город. Ну ты ж можешь не идти. Артём тебе сказал, что такое, Юра? Да мне другой Артём, это... Может, впаять срок, блин, если я не приду завтра. Лера, ты билет использовала? Нет. Ну, значит, долго будем искать. Так. У меня их, по-моему, и нет. О, а чё так быстро? Ну, потому что вот ты вот сказал вот это, да? Да. Хотя, если задепрессовать, опять оборону, да ё-моё. Реально, можно сегодня в атаку поиграть? Нет. Хочу в атаку. Нет. Сова. Я хочу за ангела. Казана. Блин, я забыл про кофе, и она теперь остыла. Так обидно. Я присмотрю за тобой. Привет. Привет. Ну, здрасте. А где ты сейчас, ровно? Если бы я буду усиленно расчетыривать ящики. Типа ящики получать. Чё? Чё, ты пойдёшь делать ку-ку? Туды, на фонтан. Тём. Чё? Иди сделай ку-ку на фонтан. В смысле? Ну, встаёшь лоб на фонтан, туды, и просто рывок делаешь. А зачем? Потому что ты убиваешь. Что-то захватить. Да, ну, но... типа, да, я да, потом да. Внизу буду, и все. Они такой маленький, незаметный. О, у них там то, что у нас в прошлой игре было. Замечательная связка. Очень красиво. Блин, чуть-чуть не хватило ее добить. У нее очень хорошая вдова у них. Да. Чёрт. Я пчела, а пчела нет, да? Ну меня убили. А нас уже обошли. Угу. Тоже убили. Уже все. Ну и килл на вдове все решил, на самом деле. Да. Ну это так работает. Едить. А чё они такие жесткие? Не, идите на точку, не идите. Там вдова у них жесткая очень, прям очень. Блин, у них еще и заряд, да? Ну, это зависит от меткости, да, вы усиливаешь ее или нет. Она все равно урон наносит. Мне кажется, она сбоку сейчас где-то обходит. Да ё-мо, чё у них карай-то такой умный-то? О, меня выцеливают, она... Ой, нас сзади уже обошли снизу. А, ну мы все проиграли этот раунд. Да, мы очень быстро. Там вдова вообще решает. Там надо, короче, это, чаржиться. Затяжной бой, не вариант. Ну, как нашли быстро, так и закончили. Как бы, да. Где должен быть баланс? Ну, сейчас мы будем долго искать. Почему? Для баланса. Ну, погнали в схватку. Почти. Ну, не эта эта карта. Ненавижу ее. На которую раз в год выпадает. А она нам сейчас максимум выпадает. Знаю, мы вот сколько играли в последние разы, вообще ни разу не выпадала. Обида, Максим, обида.
Ну, yeah. Меня вдвоем убили. Правда, я это сделал один. О, бро! Здорово! Здорово! Ой, извините. Давай этот рейсит, потому что... Твари. Это наша территория. Ее пометили? О, нет. Хорош, бро. Мне хп нет. Ой, бро, это ты, господи. Это было близко. Так, они вдвоем мы. Давайте мы втроем их. Максим. Это мстя вам. Что, это же вы объединяетесь. А кто в той схватке меня пытался убить? А кто меня три раза убил? Понимаешь, попытка и убийство это разные вещи. Так что ты скажешь. Ну я просто слишком хорош. Неправда. Это факт. Это ложь. Да, блядь, это было так смешно. А это было забавно. Ой, хорош. Хорош, я прям прыгнул в это. В общем, это надо было. Наоборот, меня целился не себе. Я знаю, но я такая поднимаюсь и прям в этом. А вы обе мои что-то? Пожалуйста. Я тебя не трогал, пробивал мимо тебя. Ой, блин, как Лусио. Видишь, мы точки охраняем. Сторожи. Я да, потерялся блин, в этой карте, ребят. А, все, я нашелся. Эх, пока. Спасибо, Максим. Фига, дома хороша, очень. Подожди, тебе помой. Люби двоих. Верьте, хорошее решение в этой ситуации. Да хватит в оборону. Сестра. Да уж. Сколько у вас сейчас времени? Всегда сражаюсь. Почти 11 практически. 22:54. Да. Что такое? Хотел спросить, который час? Голуби. Они вообще бесстрашны. Жилье. Че? За жилье ты сколько платишь? 600. Сколько? 600. Могу. 600. У тебя остается 500. Что, вообще бессмертные голуби какие-то? Я тебе со следующего месяца начну давать. У них вдова опять. Это, кстати, та же самая вдова. Оооо. Я это она. Че, попали на пати? Видимо, да. Блин. Ну, ребята, это опять посос. Я той, чувак. Мы все пустые. От меня так просто не избавить. Нас просто разносят, как нифигёй. Там Думфис пытается что-то сделать, но он не сделает ничего. Блин, та же снайперша. Они решили над нами поиздеваться. Блин, ребят, как вам план, типа, ливнуть и пойти просто новую катку искать?
Нет, давай. Боремся до конца. Не, ну так мы тут так стопроцентно не попадем на нее. Ну вообще. Давайте. Да, конечно. Это куда лучше пляж. Отлично. Просто челу не повезло. Просто, просто. Вся команда бросила. А как кинуть билетик? Что-то я не понимаю. Там только, по-моему, если берешь этого. Типа нельзя взять уру. Не, вообще ни на кого билет никогда не кидается. Нету билета ни на кого, потому что нету очереди большой. Ну, походу. Всё, пусть сама с собой играет, да? Но не с нами. Пока мы ищем, сейчас подойду. Окей. А уже все? Ну я думаю, она быстро. Стекловат покидает матч. А, это предыдущий. К сожалению, я даже не успел отойти. Конченая игра. Почему вот когда надо, типа, она ищет 10 лет, когда не надо, за 5 секунд. Какова жизнь? Да. Нет, все, кот опять залип на лазера. Нужен хукер, Максим. Хукер. Зачем нам хукер? Да. Мяк же тоже скидывает. А Максим научился с первого раза попадать. Ну, это не... Сейчас не попаду. Блин. Мне не дают. Ну, уйдите. Первый раунд. Захватите объект. Иногда с первого раза бывает, да. Сегодня было такое. Ой, они с другой. Ой, что-то не угадали со стороны, ребят. Господи, как же мне бы не хватает обозначения. Да. Да. Как мы жили, да? Блин, а чё нас опять удержают? Потому что... На ту сторону пошли, ребят. Попышло. Да, ё-ма, она ещё как-то выкинула, да? Готово? Погнали. Клипер сверху. Банка, спасибо, что... Блин, подкинул. Не могу хилить, сори. Отстой. Господи, меня просто по кругу пустили. Блин, а у него-то щит стоял. Ой, я случайно. Я попутал кнопки. Ну ладно, я быстро накоплю. Мне не так жизнь била. Когда свадьба заживет. Бесполезно убьют. Убьет, игры. Так, ладно, я понял. Я
Я в виде Анны всех не выхиливаю. Потому что Лусио довольно-таки бесполезно. Это должно вам помочь. А, ну конечно, на меня, блядь. Ой, блядь. А чё все такие сильные, я чуть не понял. Это мы слабые. Неважно. Ладно, просто карта не для нас, ребят, всё. Ну и игра. Ну как бы это дополнение. Карманный мерсёй будешь, да, для. Да, камиком не попасть с первого раза. Паучи бери. Да блин, ну понимаешь, тут даже ашка не срабатывает, пока не нагнешься. Повыше. Камиком нужно намного выше брать, чем обычно. Угу. Турельки. Они опять где-то с другой стороны идут. Угу. Да. Блин, а как он смог умереть? Если он живой, то нет. Крипер сзади. Блин, у него мало хп. Я перезаряжалась с уровнем. Блин, но я умер. Да, что, вы все там сдохли? Нам нужно больше урона. Куда уж больше? Я и так взял симметку, блядь, для этого. Так у них Сигма с Бригитой. 4 не позволит тебе нанести урон. Блин, чуть не умер. Ну, нападаете, нет? Блин, как они быстро на это реагируют? Блин, почему? Как он так вовремя заультил, когда я тут в жопе у них? Господи, какой свин мерзкий. Убить его кто-нибудь? Я не могу, мне контрят. Блин. Меня тоже контрят, блин, почему Бригитта, блин? Ладно, мы сам это сделаем. Свиная сучка еще. Меня изнасиловали. Блин, меня убили. Отлично. Рахамяк спасен. Нифига себе, меня убили. Оооо, не, отлично. Ура, мы впервые захватили точку. Да. Оооо, у них на тебе, как он меня поймал. На точку. Очень больно, очень больно. Да не надо было идти. Вы знаете, чудеса современной медицины. Исцеляющий поток активирован. Особенный будет. Я обхожу. Надо на точку сейчас будет прям запрыгнуть. Серьезно? Спасибо за. Блин, ну. Да. Не спасает. Да господи, ну я хила вообще не чувствую, честно. Ну я умер, бросори. Да я не про себя, я про второго чела. Да он особо и не хилил, у него до этого был Лусио, и сейчас где-то. Ладно, я смогу отойти, я надеюсь, что да. Можешь попробовать, конечно. Этот мир.
Ты для убийства пришла? Иди отсюда. Да, блядь, там еще и кес сидит. Еще один. Ёхуёво, а чё так больно-то? Вон, на ладошек там танцуют. Я скачу. Блин, а чё вдова там прям... О, вот это я понимаю. Ну, конечно, с двух сторон меня настреливали. Не знаю. Я саладушком развлекаюсь. Вот тут чувак стоит. Будь чувак. И нет чувака. Ну ты и злой, конечно. Ну это ж геоладушка. Его бить ты? Можно. Ты убила ладушку сейчас? Нет, я это... В эмоции был. Блин, надеюсь, Валера успеет. Ну ты ж быстро, ничего страшного. Главное, чтоб не выкинул. Выкинет. Это я знаю. Так, все, вот что ты опять наговариваешь? Вот, я имею в виду, если она не успеет. Ну что это за злые мысли? Все, верю лучше. Ну все лучше. Хорошее она успела. Ладно, пофиг, будем. Нет, я не успел кофе налить. Конченая игра. Рот ее вмонал. Сделать перерыв на полчаса. Погнали, пойдем мы это. Я на полчаса этот чайник не успел разогреть. Это правда. Так, нужно быстро победить. Вышли на 20 секунд. Все с левой стороны. Просто затпшимся на точку и все. Ну они даже сообразить, если никто откроет. Ну захватим или мне у меня кофе лист. Михон же, они познали наш план, но один уже. Ну вы знаете, что тут скидывать как нифиг делать. Ну, ребят, вы просто не. Изи, просто тактика, вы просто не падайте. И не упадете. Да и держитесь как... ближе к себе, советую. Кто там не будет скидываться? Не, погнали. Поставим. Погнали. Не, ну... Конечно, очень так можно было, но проблема в том, что вы просрали. Да, там, блядь, это... Басти... Торбьерн. Не важно. Басти Торбьерн. Я на Турбьерн с хилами. У них минус один, как бы. У нас тоже. Фигня, у нас один ладушек остался. Блин, больно очень-очень. Блин, больно, да, очень-очень больно. Разбей, уходи. Я уже не хожу. У меня еще остались. Ну чё, погнали, где обычно, наш? Обычно второй додошник мы здесь. Чтобы все это провернуть. Очень долго просто это пошлись, очень проблема была. У них Райнхард спит. Ну, возможно, уже проснулся. Отойдём. Блин, я умер. Как и я. Зачем вы дальше пошли? Ребят? Я вообще не хотел. Нужны... Бля. Я, у меня чё? Мало хп было, поэтому. Что? Я бегу. Я почти прибежал. Обезьяна. Ущил, спасибо. Надо Райнхард, да. Сзади, ребят, сзади. Да, я. О, хорош. Ох. Ой, лучше. Все, я это убьем. Первая есть. Победа? Охваченной точкой. Нам надо еще твою ульту. Погнали вперед. Нам надо быстро все сделать. Быстро, вы сами там заверите. Он турель прицепил на эту штуку. Не трогайте ее. Поздно, как ну как-то она очень мощно бьет. Капкан прыгнул.
Да, он кинул под меня, да. Да, приземлился. Ой, смерть. Вперед. А ты хорош. Черт. О. Бро. Иду. Да, нас сзади сосет на мой рот. Короче, забили на нее. Да. Я не хочу умирать. Я тоже. Просто не умираю. Блин, я хорошо, я не умер. Хорош. Жарьте, жгите, тушите, убивайте. Ага, интересно у нас. Надо уходить. Нет, тут нужно отходить уже. Хорошо, заряд с нами. Теперь мне более спокойно. Не, давай. Я не кнопки перепутал. Здесь солдат, у него ульт есть. Есть, ага, надо взорваться. Пойдемте, пойдемте. Я готов. Когда щит? Завелось. Ай! Я прикрыл, ребят. Че солдат не утит? Алло. Отбегает 10 лет. Да. Утил же, лол. Блин, ну. Блин, ну. А он ультанул. Да, я вообще даже не слышал его ульт. Вот не чё. Тоже. Я не видел ни одного убийства. Да. Только свое, да? Да. Ничего. Ну окей, у меня турель стреляла. Надо сейчас гравитон с бомб. Нет, покидай меня, пожалуйста. У ну меня... упади ты в меня-то, ё-моё! У меня 87%. Подождите это. Я скажу, когда ульту зарядить, давай. Да ладно тебе. Не с такого выходили. Он быстро должен зарядить, а не там куча стоит. Ульта готова. На, а, только... Найс. Осталось двоих убить. Желательно. Предлагаю убить. Только. Окей. Отсюда. Ура, я попью кофе. Хорош, беги сейчас. Ну ладно, это сработало. Да. Ты что, не верил? Ну было чуть-чуть такое. Прям по шару. Это было красиво. Блин, это чудо, что ее не убили, я хочу сказать. Да. Повезло, повезло. Да, Рустам, ну ты хотя бы не так прямо пускал бы. Я молился, то, что они сейчас... А я думал, короче, что Артур просто выжидает момент, чтобы щиты спали. А он просто так совпал таймер. Он на веру. Да. Валеры нету, Валера. Пока пойду налью водички. Угу. Ну. Ух. Ах, а на фоне расслабляющая музычка из Геншина. Перфект. Ты слишком зависимый. В смысле? Дайте мне новое приглашение. Службу доставки. Дай новое приглашение. Ты на роли имеешь в виду? На боевой роли, да. У нас другой человек отошел. А. Вы с Артуром соревнуетесь. А Валера тут? Угу. Вы в нем сомневались, конечно, да. В смысле? Ватку запускай. Блин, у кого-нибудь есть друзья из Казахстана?
А у меня девушка в Казахстане. А у твоей дядюшки есть аккаунт в Стиме? Нет, она не играет. Чёрт, а она может завести аккаунт в Стиме? Вот так вот, Рустам, Казахстан — это цивилизованный мир теперь. Да. Думаю, нет, да. Она не станет это делать. А если я лишние 500 рублей накину? Блин, зачем тебе именно Казахстан? Пополняет же все-таки... Казахстан может подарить мне то, чего нет в России. А именно? Что именно дополнение нашего рынка? А Рустам, у тебя цена намного дороже. Да, у тебя дороже. Дополнение на что? На Шерлока дополнение. К сожалению, это оказалось украинской студией, и они вообще все закрыли. Максим, ты выделяешься? Смени флажок. Не. Смени. Я не Педро. Иначе мы все сейчас объединимся и сменим. А как мы команда? Мы проигрываем, потому что ты значок не поменял. Дезморалишь нас. Где боевой дух? Ох, ё-мо, заставляют. Педро, ё-мо. Господи, представь, что это просто обычная радуга. Так и держать, товарищ. Не хватает. Обычная радуга. Голубого не хватает, я знаю разницу. Там, если присмотреться, можно увидеть между зелёными. Не, смотри, каждый охотник желает знать, где фазан. Все правильно? Не, где фазан. Каждый охотник желает знать, сидит фазан. Нормально. Все. Да, не нормально. Все нормально. Все в порядке. Тёма, включи схватку. Не, я сгулаю, чесать. Чем ты занят? Вот чем ты занят? Вот. Я новости читаю. О, новости, точно. В них нет ничего интересного. Да, есть там. Вот неизвестный бросил торту в Джоконду. Чё? Да в Лувре неизвестный бросил торту в Джоконду. А, в Лувре, мне послышалось в Лоле, я думаю, чё. Кто в Лоле там кого-то бросил? А это ты? Очевидно, Ганза? Да. Джек бросил Габриэля. Джек бросил Габриэля? Что? Да. Кто такой Джек? Кто такой Габриэль? Чё ты не удивлен, что я опять танк? Ну блин, это судьба. Чё, бро, выхилим? Мои золотые шары дают мне плюс 10 хилу, конечно же. А, ну тогда вообще отлично. А у меня золотая пушка. Ну все отлично. Не все отлично. Да, блин, что и оборона, ё-моё. Ну не. Поиграли один вот, раз в атаку, на сегодня не хватит. Ты так любишь рассуждать о законе и порядке, но жизнь по природе своей... Вот если бы раз, все двери были бы открыты. Если бы радуга, все двери были бы открыты. Только у всех радуга. А Максима заставили поменять? Да. Вы бесчеловечны. Как выглядит современный мир на глазах нашей группы, наверное. Ну, блин, бро, у нас практически с тобой похожи скин. Ну, нормально, я считаю. Фиолетовый цвет. Отлично. О, нет, я не могу выйти заниматься. О, какая крутая анимация. Да твою... Ну это не тот же снайпер. Да, слава богу. Ой, ну блин, почему у них такие мерзкие пики? Они что, играть умеют? Ты кто-нибудь, да? Ну, уберем. Блин, меня... Писец. Блин, не успел. Правильно, так, у нас буквально некому. Давай. Что некому? Да убивать некому. Я кроме... убью. Ну я умер. Блин, о, как меня бесит щит макаки, а? Хороший щит. Оу!
Фига у нас кидают. Вот он. Почему рот у тебя обезьяны? Отдохну, когда бой закончится. Ага, не сегодня. Было наоборот, она тебя убила своими. Где там мразь? Где эта гнида? Её ещё срезать, нет, её не лезно, всё в порядке. Я живу, господи. Чувственная сила только спасает меня. Сейчас рванёт! Твою мать, я накаркал. У меня щит буквально полсекунды был, когда я... Да, твою мать! Сверху. Там все прыгнули. Ой, это что такое? Попробуй сделать. Они что, играть умеют? Чё мы сегодня попытаемся... Я хочу... Это... Оуранги. Я не хочу сегодня страдать. И что-то в этом букер оставили, конечно. Да ё-моё, как с этим драться вообще, блин? Сначала убить обезьян. Ну. А потом вдову. Во-вторых, хилу. Вот и всё. Вот видите. А потом дибу на сердце. Мразь, я пошел за ней. Мразь. Точно пошел за ней? Точно пошел, да, она стреливает прям. На точке, крыса. Крыса же сзади где-то. Не, она была на точке. Каницкая ебучая, ты вдова, получи. Красавчик ушел наверх. Понятно. Блин, уже юрясного. Да что? Надо убить. У нас на Дива на точке. Дива на точке. На очки. Ну, лично на моем, да, она настреляла. И вдова тоже. Блин, меня обезьян. Блин, бро, сори, не выхилил. Да не, ничего. Погнал Диву с Мерсёй. Где обезьян? Вот мой знищий враг. Нет, бесит красавчик. Он сзади будет пускать, сзади будет пускать, он сзади, вот он. Я знаю. Вот оно уже, вот. Вот оно. Спасибо, что предупредил. Крыса на точке, ребят. Ну тащит груз. Да, опять он поставил свою эту. Так смотрите под ноги, что я могу сказать. Да я не пробил. Но он прощит. Я прощит. Смотрите прямо. Пипец, там кулак смерти всех. Блин, чувак, ты там один. Бля, ребят, как вас поверил. Они убрали вдову, не теперь кулак смерти. Вообще, в наше время играть на кулаке смерти, да? Да, ну. Солдат. Вся не видно. Я не собирался. Но она сейчас на мое лицо сядет сзади. Сзади Дива. Лёпка. Я тебя хилил как мог. Скинули просто под конец. Блин, они успели. У меня еще и кнопка не сработала. Спасибо моему интернету, ё-моё. Спасибо всей команде Blizzard. Ну, ребят, прощайте. Да ты заебошь у меня. Да. Просто, блять, сиди на месте, кулак смерти. Да. Да. Ебут без Василина. Ну пусть ебут еще. Они груз как-то еле-еле тащат. Да блин, я только ее в него кинул, ёба, Руслан, как ты смог попасть, а? Не знаю, но у меня обезьяна 24 на 7 лезет. Да. Как будто мёзом нам налазано. Хорош. Я ее пытаюсь выловить, но она начала ультовать, скотина. И она меня чем выкинет еще?
бесполезно, крыса всех убила. Если он еще шестого заберет, я в шоке буду. Крыса вперед, крыса вперед, крыса вставай. Хорош, крыса. Не выхилил, к сожалению. Давай. Да, ёбо. Я не хочу. Ребят, всё. Да! Я все понимаю, я пытался цитадоль, ты меня убил от рукой. Да, она с жизнью. А, я понятно, я один, да? Угу. Один. Где ты? Там 5 врагов, как минимум. Стоим хилим, стоим хилим. А, я даже выйти не могу. Блин. Это мерзкие. Ну, мы крылья взяли. Да. Не, это говорит. Да я... Чё его? О, когда вы это видели? Твою мать! Это же больно. Волейбром, остались мы и обезьяны. О нет, ты убер, бро. Да, я. Остался я и ты сам. Все, реально никто не убивает. Не знаю, обезьяны частенько прям на моем лице сидят. Крыса сверху, крыса сверху, крыса сверху. Я не допрыгну до туда. Это печальная информация. Я иду по ней, по ее душу. Ладно, до сих пор там. До сих пор там. Блин, я не дотянул. А, крысян. Да, обезьяна, страдай, я знаю твой план. Блин, я не смог убежать. Черт, я не успел резнуть. Он на тебя резан. Спасибо. Сейчас он еще утони, блин, скотина. Блин, и у него тоже макри резнули у них. Я умру сейчас, не знаю. Инженер, блядь. Если бы ты еще точно бегал. Где? Сверху, 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 сверху. Да будет что, хватит мстить подряд. Мерзкие люди. Да. Нет. Он не это не тащит. Я хочу посмотреть на килл крысы, дать посмотреть. Я пошел спать, наверное. Нет, в смысле, мы же должны на победе закончить. Это не всегда. Пол двенадцатого. Ладно, работяга. Ох. Как же он хорош, вы видели? Ничего не сделал. Как же мы хорошо увидели. Да-да-да. Просто ничего не сделали в этой игре. Ну ладно, давайте пока. Да, давай, спасибо за игру. Нам тоже спасибо. Но в следующий раз все-таки лучше пораньше. И когда лучше будет интернет. Хорошо, хорошо. Ну, со вторым вы, понятно, не угадаете. Ну, первое. Ну, хотелось бы. Ну, мы подумаем. Да, давай, спокойно. Да, давайте, спокойно. Че? Да, я тоже пойду отдыхать. Кидало, понятно. Вообще. Я и так на час задержался. Должен был уже спать. Все понятно, кидало. Все, давайте, сладких снов. Давай, спокойно. Давай, спокойно. Что будем делать? Ну, можем еще одну сгонять. Ну, типа, да. А чё, я, что ли? Кто там главный? Так, да. Так, это куда? О, нет, сложно. Я чё-то забыл. А вообще, бро. Что, ты мне дал право? Да. Так мы же так же пойдем быстро, чё там? Я знаю. А тебе я больше доверяю, чем себе. Ну ладно, хорошо.
Кот все еще не может успокоиться. Так-то я предлагаю пару каток тоже, наверное, разойтись. Да, можно. Всем отдыхать. А как у вас дела-то? Да, нормально, сам как. Средней прошивости. Ну что, вон везде сидишь? Ибо я играю в Альбион, и поэтому в Инвизи сижу. Это так работает? Ой, блин, поскорее бы от диплома освободиться. Вы прибываете в Риальто. Это не тот режим. А чё это? Ладно. Это разминка. Разминка. Да. Сомбры, одни сомбры. А, они все наверху. Все на меня рассчитывают. Один выстрел, один труп. Запиздили. Запиздили. А, никто не на себя. Просто с двух сторон так стоим. Найс. Хорош забил. Запасть. Бежит, бежит. Ай, блин, не успел. Блин. Блин, я не могу попасть по нему, ты прикинь. А, там... Ну все может войти, если его не убили. Да, да вон он. Блин. Нет.
ребята, это атака. Я только сейчас это понял. Да, второй раз за сегодня. Мощно. Неплохо. Да. Всегда сражайся за то, во что веришь. Тут баг есть, за эту дверь как-то можно войти. Там нужно Торбьёрн, Сомбра, еще кто-то. Сложно как-то. Угу. Сложный баг. Единственное, я видела, что отсюда где-то на точке можно за вдобу выстрелить. Тоже с помощью бага. О, бипстион у нас. Угу. Это победа. Маленький бастион стреляет в стенку. Оу. Спасибо. Ай! Ты. Ой. Не успел. Спасибо. Блин, сверху там... Блин, сторибро не успел прям. Да не, ничего, Саша. Они уже там. Они уже везде. Бастион и хиль, бастион прёс, бастион прёс. Жить будешь. Я видела раны и запрошила. Но всё хорошо. Сейчас Арису дождёмся, я думаю, можно улетать спокойно. Шо, там где-то бега сверху. Да. Хорошо, там и шан. Пусть он умер, чем так далеко отошел? Фук, это очень... Пусть он снова еще А я один на точке был, да? Да, да, если никто не поддержал. Найс, лучший. Давай разбинаем его. Хорош. Не поскушал. Летит вроде, нет? Да, промазал. Ай, блин. Тупо смел. Бро, аккуратно. Не попадет мне по голове, если она ты хорош. Прицелиться в нее. У них там ангел стоит с Шой, да? Только. Сверху. Она, кстати, Боба не вызывала. Не, вызывала. А, вызывала? Может, уже у нее еще есть, я не знаю. А вон, да. Он спит.
Блин, а я уже. Нет, я не видел, что там все хуйня. Да ладно, бывает, блин. Этим меня из игры не выведешь. Лимо и позор. Спасибо. Блин, у меня спиздил этот аптечку. Пидор. Найс. Комбинейшн. Дима молодец. Приталать будет. Блин, бру. Я что-то поздно заметил. Поэтому... О, там воскресили кого-то. Эш. Они из нашей команды. Ну эту всю хуйню, где она? Ну я считал... Да, ну... Оу, ребята. Оу, чё они там на тебя насели? Там дива. Хэша там неплохо настреливает. Ее прям никто не сносит. Не-не-не, мы сегодня не будем его резать. Блин, бро, 20 секунд, сори. Да не, ничего. Пока еще убивал там. Меня добили. Я все еще нужна команде. Ты меня воскресишь? 10 секунд. И походу нет. Нет. Да. Отъезд усиления действует. А ну бой! Там сверху аж засело. Угу, я на самом деле он там 24 на 7 сидел. Нам бы на груз. Рисочка. Жива, молодец. Они что, тоже взяли бы сегодня? Мне показалось. Аккуратней только. Ну там бук. Боб спит! Отлично, молодец. Как бы сейчас там бук встал. Блин. Ну он так всегда. Ой, фига мне один хп. Ооо, спасибо, бро. Мистион. Живи, а я умру. А, я загорел. Сверху баптисто. Блять, ну ты. Да. Подождите, чуть-чуть не умирайте. Бро. Спасибо. Очень вовремя. Меня поддержите. Меня держи. Спасибо. Ты все хочешь. Я убили все-таки. Специально настреливает, конечно. Ну приятно. Мы просрали? Да, скорее всего. Ну пытаюсь диву держать, но я думаю, это все. Держитесь, я тут практически подбежал. Блин, это он... это. Хреново. Угу. Слишком далеко уже груз стоял. Угу. Да блин, и Шая на самом деле очень много сделала. Он там с ангелом стоит все время. Согласен. Молодец. Хорош. Ничего, я бы себе не было. Не, это было красиво. О, хорош. Хорош. Спасибо, спасибо. Давайте еще одну. Да, можно еще одну и еще.
У ребят, так как вы у меня не в друзьях, могу вам похвалу кидать. Кухни на вас утянем, друзья. Я не знаю, вы наслаждайтесь. Чё за баб? О, моя нелюбимая карта. Моя тоже. Сама собой не восстановится. Ничего, бро. Батл танцем. О, повезло, повезло. Я уничтожу их всех для тебя, бро. Они не заслуживают жить. Блин, я умер. Он исчез. Battle Dance. Он зашел, ладно. Я... Вот что вы так, а? В смысле? Двое я там одного... сел. Я двое там... против одного. Это я тебя убил не... благодаря самому себе, и все. Люди танцы, серьезно. А что, у меня есть танец? О, есть. Да, у меня есть. Пихорь. Ку-ку. Ух. 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 Красиво. Ой, ой. Ой, там. Лучше это буду я, чем другой Гензи. Вообще. Блин, это буду я, чем другой Гензи. Лучше это буду я, чем другой Гензи. Я понял. Это я, не надо. Валера. Я тебя бы нюхивал. Я пахну так себе. Зато я тебя вычислил. Давай, брат. Блин, брат, сильнее меня. Поэтому я дислоцирую. Это было смешно. Второй раунд, брат, где ты? Я этот в кабинете, бро. О-о-о! А чё так много братьев? Мой брат! Гнида. Бро, это. Я сам себя настреляю. Я так хотел отомстить. Ой, смешно было. Я не поняла это. Ну что? Всегда сражайся за то, во что веришь. Конечно, мечтал. Я первый раз такой мясо вижу. Некоторые меры предосторожности необходимы. А как они угадали, что я возьму их и взяли их? Хороший вопрос, бро. Блин, нет, бро. Да, я не видел, что... У меня стресса тоже убилась. Блять, я свина не держу. Блять, я выпилился, сука. Чему такие любители суицида у нас в команде? А я бы в жизни был. Можно было бы в жизни так сделать? Легко и безболезненно. Почему бы и нет? Мы такое осуждаем. Да, мы осуждаем такое. Спасибо.
Блин, что-то уже. Ну, ладно, ладно. Все, ладно, надо настроиться на хорошую игру. Мне все еще нужна команда. Возвращайся в бой. Сейчас я все исправлю. Господи, все бегает, прыгает. Блин, бро, ты его усыпил прям. Ладно. Я хотела его скинуть, а ты прям усыпил, да? Я мимо кину. Сори. Да ничего, ничего. Все, короче, бро, погнали. Да. Я горю. Давай отходим. И залетим под ульту твою. А здесь вы под ульту ангела имею в виду. Потому что я вот лично на небеса. У меня, в принципе, ульта готова. Ну, мы тоже можем залететь. Ну, я умер. Убить себя, бро! Ты закидываешь? Я закинула уже. Да твою же ж. Что сегодня за день? Не знаю, какие-то потниловые они играют. Кому еще играть в эту игру? Капец. Чудеса современной медицины. Теперь посильнее. И перестрел. Я пак словил только что. Что такое? Я типа за текстуру вышел. А ты где? Я усек. Уже отлагал. Блин, делит. А. Спасибо, Бруно, опасно, опасно. Я не увидел, где она, поэтому... Я тоже выискивал летающую фигню, а она там стояла. Ладно, ща все будет, бро. Сейчас все, мы разыграемся. Ну ладно, не разыграемся. Ой, господи, да не отыскаем летающую фигню. Блин, женщина поставила щит и вышла за него. Неплохо. Умно. Всегда так делаю. Я, кстати, тоже. Надо убить летающую фигню. Даня. Она на точке, нам уже полегче, я думаю, будет сражаться. Точка это уже наш стиль. Боб есть? Практически. Радушка, как я тебя перехилил? А? Как я тебя перехилил? А я потому что сэш постоянно хожу. Yes. Если б я всех лечил, может, и не перехилил бы. Ой, бро, сори. Да нормально, бро. А вот это вот очень хуёво. Ой. Блин, да. Они не зайдут. Ну, ладно, так зайдут. Ну, хрен тебе.
А, ну у них Бригитта, я такого не ожидал. Я буквально ничего с ним не могу сделать. Я сейчас Боба вызовет. Ты же на урона влила. А я все равно тебя воскресил. Спасибо, но я сейчас сдохну. А нет. Не-не-не, не все так плохо. Погнали. Ты взлетел? Да-да-да-да-да. Не хочу с ней перестреливаться, у меня что-то сегодня рука не идет, знаешь. Урон наносить я могу, а вот перестреливаться. Так, ладно. Если чё, кричи, бро. Окей, okay. Если они сейчас зайдут, я бомбу пущу просто. Ну, он и так запущу. Блин, они его... Нет, они его не выкинули. Опа, а я жив. Я не упал. Да господи, как же много там всего. Это капец. Говно! Одно говно! Согласен. О, ну, Дива ульт потратил. Блин, нам бы еще сейчас зайти нормально. У меня ульта. Точки, никого там нет. Меня выкинули, блядь, пидоры. Не посмели. Выкинь ты их. Боба все равно успела. Господи, тварь, где ты? Блин, дайте 3%-ка. Хочу кого-то попасть. Еще один. Найс. Блин, как же свин не хочет мне давать зайти. О, блин. Ну, они что-то очень много там урона вносят. Какой сбор надо заходить? Да. Одна. Ну, по одному типа нет смысла, надо сейчас заходить. О, щит. А я не понял, вы как сдохли? Нет, в смысле взяли, умерли. Там кто-то отъехал. Не знаю, я живу как могу, ребят. Хорош, бро, хорош. Не, я умер. Да господи, а Дива сегодня перестанет ультить? Блять, и тут бог на ебальнике. Она просто два раза подряд ультанула. Да уж. Что, я пришел на ульту Дивы? Что, опять пришел на ульту Дивы? Нафиг я вообще приходил. Блин, в таких замесах Бригитта так хороша. Да. Такое редко происходит, когда нас кто-то берет Бригитту. Ладно, даже не стоит внимания. О, контейнер. Печатские деньги. Ну давайте, ребят, я вас похвалю напоследок.
Молодцы. Молодцы. Ну как бы все, да? Да, можно заканчивать, я думаю, сегодня. Ой, я забыла вот это сделать. И то. Ну красиво ж надо, картинку забыла. Лучшего мальчика в мире, я считаю. Да, Джек хороший, Джек хороший. Мега хороший. Ух, музычка, это так клёво. Эх, ладно. Да, давайте.